сьогодні до нас вже традиційно, як у п'ятницю, прийшов тренер із публічних виступів Сергій Стужук. Разом із вами ми провели чимало вже цикл розповідей про те, як відрізняти маніпуляції, які їх види є. І сьогодні поговоримо маніпуляції у кіноіндустрії. Що ж це за маніпуляції? Такі, чи дійсно кіноіндустрія нами маніпулює? Я завжди думала, що кіно – це так, розвага. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу сказать, что сколько существует кинематограф, сколько существует телевизор, экраны, столько существует скрытая реклама. И мы всегда попадаемся на нее. Мы ее почти не замечаем. И это работает. Это очень нужно. И этим пользуются. Скажем, вы удивитесь, но не все знают, что кинематограф появился в 19 веке. А скрытая реклама, product placement, говоря терминологией киношников, он появился также в 19 веке. Пиво английское лежало, как бы просто так, и это уже было рекламой. Реально это работает настолько серьезно, и люди попадаются на это. Реально мы принимаем решения не те, которые хотим, а те, которые хотят люди, заплатившие деньги. В частности, ну, возможно, люди еще, которые видели американские мультики, особенно на заре конца 80-х, начала 90-х, видели «Моряк Папай». Хотя мультики появились еще в 20-х годах 20-го века. Зараз можем обачить да, вы видите как раз шпинат. Это у нас такой консервированный шпинат. И он всегда ел. Когда я хотел силы, я его ел и сделал. Вы не поверите, что очень хорошие доходы были от этой рекламы в мультике. 30% по всей территории Соединенных Штатов этот продукт увеличил прирост денежной массы, которая за него попадала. Скажу так, больше даже. Все фильмы про Джеймс Бонд просто насыщены этим. Я хотел бы отметить, что De Beers, фирма, которая занимается добычей и продажей алмазов. Благодаря им вообще появилось, что у каждой девушки на обручальном кольце, когда нужно, обязательно должен быть бриллиант. До этого этого не было. Я отмечу, что самый интересный момент, если мы сейчас можем вывести сюда интересный фильм «Основной инстинкт» с Шерон Стоун. Мы все помним, насколько соблазнительные эти моменты были. Да? Только вы обратите внимание, 1 миллион долларов заплатили только за 2 минуты, когда Ник предлагал Шерон Стоун выпить Джека Дэниелса. 1 миллион долларов. Ничего себе. Да, кстати, телезрители, все будет уникально. И начать как раз покажет, как правильно это надо было делать, вот этот прием. Шучу. И на шоте. Я хотел бы сказать, что, обратите внимание, и это была очень полезная реклама. В пять раз увеличились продажи Джека Дэниелса. То есть вложения були дуже класні. Реально знати, куди і що зробити. Я вас зараз слухаю і розумію, що також в дитинстві, ось якщо повернутися до моряка Папая, то шпинат консервований у моєму дитинстві не продавався, він отак у консервах, але я так мріяла його мати, щоб стати також такою сильною, тому що я також піддалась на оці уловки. Да, к сожалению, даже люди, когда знают эти нюансы, они все равно на них попадаются. Опять же, такие манипуляции есть не только в фильмах. Они есть в новостях, они есть везде, где есть ящик. Везде, где есть экран, планшет, телефон и, естественно, телевизор. Если мы сейчас выведем на экран 4 слайда в одном, мы говорим сейчас об опасностях. Обратите внимание, телезрители, перед вами сейчас изображены 4 ужасных события. Как вы думаете, какой из них лишний? Какой слайд здесь является лишним? Как в детской игре. Ну, на мою думку, бассейн. Конечно же, бассейн, дорогие друзья. Бассейн здесь лишний, потому что это самое опасное место для человека. Шансов, чтобы вы попали в катастрофу, теракт или землетрясение, очень малы по сравнению с тем процентом, сколько людей каждый год тонут в бассейнах. Но в этом и манипуляция. Это неинтересно. Это не будет работать. И поэтому о том, что человек утонул в бассейне, мы не увидим в газетах на первой страничке. В новостях не скажут, мальчик или девочка сегодня утонули там-то. Самолеты падают очень редко. Во всем мире раз в неделю где-то в какой-то точке. Дети, взрослые тоже тонут постоянно. Это опасное место. Но вот почему мы делаем неправильный выбор. Я скажу так, что реально это выгодно. И поэтому мы зачастую делаем неправильный выбор, когда пытаемся об этом сделать. Мы основываемся на каком-то опыте. А опыт – это телевидение.
мы смотрим, когда нам говорят, хочешь ли ты сыграть в лотерею? И мы, да, я хочу сыграть в лотерею. Шансов немного, но есть. Вы не представляете, насколько ваши шансы мизерные. Если бы, ну как, почему мы выбираем? Потому что миллион кто-то выиграл, нам показывают в средствах массовой информации. Выиграл 1000, 10 000, кто-то раз где-то, это показывается в новостях. Но нам ни разу не показывают, как кто-то проиграл. Нам не показывают всех. Если бы хотя бы на 3 минуты показано в новостях, что люди выиграли какую-то сумму, показали по 30 секунд каждого человека, который заплатил деньги и не выиграл, хотя бы самые обычные лотереи, которые это растянулось бы на годы, 5-6 лет, днем и ночью смотреть, чтобы каждый человек говорит, вы знаете, я заплатил и я не выиграл, то тогда бы вы поняли, насколько мизерны ваши шансы. Ну, этого не показывают. І тому ви покупаєте. Якщо ця реклама дійсно так на нас діє, і чимало людей кажуть, що хочуть відмовитись від реклами, що вона їм заважає, вони перемикають канали, коли бачать рекламу. Чому тоді чимало каналів, чимало продюсерів фільмів обирають рекламу у своєму продукті? Чи дійсно вона є настільки, їм приносить стільки здобутків, стільки грошей? Дорогие друзья, это настолько много приносит денег, они настолько много включают финансовые средства в это, что эта сумма просто поражает. Дорогие друзья, за один год только художественные фильмы 500 миллиардов долларов, полтриллиона. Не все государства имеют такие бюджеты. Сколько фирмы, корпорации вкладывают в фильмы. Для чого? Не просто не ради інтересу, а це реально хороший рекорд. Я від таких цифр тільки що так підвисла. Я навіть уявити це не можу, таку суму. І дійсно гарний такий здобуток від прихованої реклами. І саме головне, що це потрібно їм. Ну не завжди це потрібно телезрителям. Іменно об этом ми говоримо. Тому що, понімає це, ми можемо зробити більш правильний вибір. Нам тяжело не піддатися на неї. Але коли ми оцінюємо ці моменти, то ми зможемо вибрати те, що нам потрібно. Не тому, що вдруг возникло, не тому, що ми побачили кладбище стиральних машин, а тому, що нам дійсно потрібен цей продукт. Тільки тоді ми зможемо це зробити. Є, кстати, пропозиція показувати в фільмах, що це реклама. І якщо зараз вийде інтерв'ю пару ребят, да. Вот здесь яркий пример, как показано, что просто интервью стрелочками показано, какие фирмы рекламируются в этом моменте. Многие говорят, ну это же засорит экран. Да, это засорит экран. Но в новостях он и так зачастую засорен. Вот. Тем не менее, кстати, я хотел бы посоветовать нашим телезрителям, есть замечательный фильм, кстати, этот кадр как раз этого фильма. Фильм называется «Величайший фильм, когда-либо проданный». Это фильм о том, как используется реклама, скрытая реклама. Как договариваться, вся кухня, все, что за пределами, за ширмой. Вы не поверите, этот фильм стоит 1500, 1,5 миллиона долларов. Это не так много для Америки. Но вы сейчас просто упадете со стула. Это документальный фильм. Это документальный фильм, как человек работал в этом направлении. Как он приходил, как договаривался, кто соглашался, как он показывал и как это работает. Всем советую посмотреть. Тогда вы по-новому увидите мир. А чтобы вы реально поняли, что реально можно манипулировать людьми, я прямо сейчас вам покажу, как это делается. Дорогие друзья, реально можно огромное количество людей свести к одному знаменателю, который нам нужен. Вот нам нужно, чтобы вы подумали о чем-то одном или о двух вещах одинаковых, все вместе. Вы все разные. У нас многотысячная аудитория. Это не только телевидение, это Facebook, социальные сети. Но если мы хотим сделать, то я сейчас вам покажу. Если есть возможность на первую камеру показать, и просто чтобы люди более-менее правильно поняли. Спасибо большое. Друзья, внимательно. Все вы, кстати, я не договаривался, никто не знает эту манипуляцию, хотя это школьный уровень манипуляций. Задумайте все число от 1 до 9. Все задумайте. Возьмите себе бумажечку, чтобы будут легкие математические упражнения. Умножьте это число на 3. Если в результате у вас получилось число из одной цифры, ничего с ним не делайте. Если из двух цифр, скажем, 12 или там 18, может быть, то сложите их между собой, чтобы у вас получилось одно. Есть? Угу. Еще раз умножаем его на 3. И если у вас получилось число из двух цифр, то опять его сложите. Если у вас одна цифра, ничего с ней не делайте. И так у нас получается число из одной цифры. Угу. Все. Очень много людей. Теперь у вас у этого числа оно выражается через буквы. И есть первая буква названия этого числа, этой циферки. Угу. На первую букву
Назовите любую, не назовите, а придумайте себе любую европейскую страну. Любую. Их у нас почти 50. Угу. Представили? У этой страны есть тоже ряд букв. Третья буква этой страны. Третья буква этой страны. Угу. Возьмите, пусть будет третья, назовите любое крупное животное. Угу. Есть? Да. Дорогие друзья, разве в Дании водятся носороги? Да ладно! Вот яркий пример, простой, школьный уровень, просто знание математики, просто знание стереотипов, знание разных моментов. И все, вы все думаете о Дании и о носорогах. А если это использовать хорошо, если использовать правильно, вы теперь представляете, в какой вы опасности? Вы в сетях. И чтобы разобраться в этом, пожалуйста, люди, обращайте на это мнение, обращайте на это внимание, і все у вас буде дуже здорово. Дійсно, ну мене здивували, тому що я ж сижу, вираховую Данія, носоріг, все так співпало, і коли сказали, хіба у Данії, я дивлюсь, ні, ну не могла я попастися так просто. Друзья, это работает, это нужно, об этом нужно знать, чтобы вы могли сделать правильный выбор. И в следующий раз, когда вы будете смотреть, понимаете, почему нам это показывают. Вы не всегда это можете увидеть, но думая об этом, вы сможете сделать правильный выбор. Дякуємо вам за таку дійсно шокуючу сьогоднішню розмову. Особисто у мене переусвідомлення деяких цінностей, деяких явищ дійсно здійснилося. Я нагадую нашим телеглядачам, що щоп'ятниці маєте можливість отримати безцінні поради по тому, як можна вести публічний виступ, про те, як берегти себе від чужих маніпуляцій. У цьому нам допомагає наш тренер Сергій Стужук.